Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, что такое полиморфизм. Это вообще одно из самых мощных достижений объектно-ориентированного программирования, одно из трех основных столпов – это наследование, полиморфизм и инкапсуляция. Так вот, есть такая классная штука, как полиморфизм, сегодня мы узнаем о ней. В прошлый раз я вам рассказал о том, что такое наследование, и сегодня вот в продолжении этой темы расскажу о полиморфизме. Итак, представьте, у нас есть какой-то класс car. Его, допустим, написал какой-нибудь программист левый, ну там кто-то, там какая-то библиотека, кто-то написал класс car, у него есть методы, ну допустим, driving, то есть это сам процесс, то есть тут какой-то невидимый для нас код, который каким-то образом заставляет машину ехать. Также у нас есть количество сидений и есть метод, который возвращает это количество сидений. Вот. И теперь представьте, у нас есть какой-нибудь, допустим, метод, который, ну скажем, там как-то использует этот метод car. То есть use car. И вот он у нас берет эту car, заставляет ее ехать. И плюс еще и выводит у кара количество сидений. Вот, то есть каким-то образом он там это все функционирует. И все очень классно, все работает. Вот. Ну, мы это можем все запустить. Взять, написать. Как-то так. Вот. Ну и, соответственно, это у нас все работает. Видите, машинка едет, количество сидений. Вот. Ну, тут какой-то момент нам очень понравился эта машина car. Все супер-супер замечательно. Мы ее можем переиспользовать. У нее отличный функционал. Она может ехать, может разгоняться, может тормозить. И нам по 20 раз один и тот же код переписывать, ну, смысла нету. Понятное дело, мы взяли ее и используем. Ну вот есть один нюанс, представляете, нам нужно, чтобы у нас было не 4 сиденья, а 2, мы делаем спортивную машину. И нам теперь нужно брать весь этот кар и переписывать, нехорошо казалось бы. Так вот, у нас есть такая классная штука, как полиморфизм, которая позволяет менять код во время выполнения. То есть мы еще не знаем, какой конкретно код запустится. Ну, как бы во время написания мы еще не знаем метод какого класса конкретно запустится, но мы только знаем, что у него будут определенные методы, и мы будем их запускать. То есть давайте на примере объясню. Вот, допустим, у нас есть машина Toyota. Мы хотим, чтобы она была спортивная. Но, во-первых, нам надо ее заэкстендить от кара. То есть и у нас сейчас все вот эти методы, которые здесь есть, они у нас используются. Вот. Но мы, допустим, хотим, чтобы нам здесь возвращалось не 4 количество сидений, а 2. И, соответственно, мы можем взять и заоверрайдить, допустим, вот этот метод. Ну, может, это тут плохой пример был. Нам эту переменную можно не использовать. То есть мы можем возвращать тут 4, да? Ну, к примеру. То есть количество сидений. И мы хотим, ну, то есть, мы хотим сейчас это все переопределить. То есть метод driving нам менять не надо, а вот на getNumOfSeats мы хотим поменять, потому что нам, ну, не подходит такое. Соответственно, мы пишем override потом пишем public void get нам как там этот метод был, ну можно его просто скопировать, Ctrl-C, Ctrl-V, ну и здесь вернуть 2. Вот, то есть что мы здесь написали? Во-первых, вот эта аннотация override, она не обязательна, мы ее можем закомментировать, удалить, как бы ничего в принципе не поменяется, но суть этой аннотации, она нам, если мы, допустим, где-то сделаем опечатку и что-то напишем не так, допустим, вот здесь там
лишнюю букву добавили, нам сразу начнет ругаться, что типа, чувак, вот это вот, ты неправильно применяешь аннотацию. Мы сразу поймем, ага, мы где-то допустили опечатку там, или не пабликом, или здесь не int, или название метода, или тут могут быть какие-то параметры. То есть мы сразу, хоп, ага, нашли, вот у нас здесь была опечатка, все, сразу ошибочка исчезла. То есть эта аннотация, она просто проверяет, что мы переопределяем метод, который у нас был в parent. То есть тот, который мы экстендим вот здесь. То есть у нас есть car, мы экстендим все это, и мы некоторые методы можем переопределить. И здесь мы просто переопределяем. Мы говорим, что вот этот метод нам возвращал вместо 4, возвращал 2 сиденья. Вот, и так это будет работать. То есть у нас есть эта Toyota. Вот, которая замечательно работает, у которой переопределяется вот этот метод. И теперь смотрите, как замечательно мы можем сделать и переиспользовать это. То есть, допустим, вот раньше, ну, скажем, давайте мы это вот так вот перепишем. Возьмем car new car. И сюда мы передаем car. То есть, как бы код старый остался, мы его запускаем, у нас машина едет, у нее 4 сиденья, как вы видите. Вот, теперь мы хотим все это переиспользовать, но мы хотим переопределить наш метод numOfSeats, чтобы возвращал 2. То есть, у нас машинка спортивная. Соответственно, мы здесь берем и пишем Toyota. Что при этом происходит? У нас в метод car помещается, ну, как бы, мы туда засовываем Toyota. И теперь, когда у нас здесь будет вызываться наш метод numOfSeats, который мы вот здесь вот вызываем, он у нас уже будет вызываться не в car, а в Toyota. Это и есть полиморфизм. То есть у нас, ну, у нас как бы будет, как это объяснить, определяться, какой метод мы будем вызывать, это все будет в рантайме, то есть во время выполнения определяться. То есть у нас есть такая штука, как динамическое связывание и статическое связывание. Если у нас есть какой-то метод, как вот этот numOfSeats, и когда мы его вызываем, вот здесь вот, когда у нас точка, компилятор смотрит, ага, если этот метод статический или он финальный, он его вызывает, происходит статическое связывание. Но если этот метод не статический или не финальный, тогда он смотрит в таблицу методов, и он смотрит на все классы в иерархии у кара, то есть в car, в Toyota, и во все он смотрит, где у нас есть такой метод, у нас есть целая таблица этих класс, этих методов, и он смотрит, какой мне вызвать, то ли этот метод класса car, то ли это метод Toyota, Соответственно, он смотрит, что вот здесь вот у нас было в car присвоено Toyota, то есть мы здесь, грубо говоря, сказали, что это у нас не просто машина, это у нас Toyota, то есть у нас будет обладать всеми теми же методами, но определенные методы мы хотим вызывать именно из метода Toyota, из класса Toyota. И вот эту машинку мы передаем сюда, и здесь у нас, соответственно, будет вызываться numOfSeats именно Toyota. Вот смотрите, мы это сейчас все запустим, и у нас driving и количество сидений 2. То есть, что при этом произошло? При этом произошло просто динамическое связывание. Вот это как бы есть полиморфизм. Возможно, это кажется для начала немножко сложным, но поверьте, вы привыкнете, это очень классная, очень мощная штука, когда мы можем динамически вызывать код из классов наследников. То есть у нас классический пример, это пример с фигурами. У нас может быть какая-то фигура, мы можем у нее вызвать метод draw, рисовать, и несколько у нас может быть наследников, как здесь у нас Toyota, так вот у нас и у фигуры тоже может быть несколько наследников, там круг, квадрат и так далее, и мы можем вызывать разные, ну, создать какой-нибудь список этих фигур, понапихивать до кругов, квадратов, и оно будет как бы вызывать все подряд, ну, и рисовать нам то одну фигуру, то другую. В общем, это очень мощный пример. Надеюсь, примерно я вам объяснил, что это такое. Дальше будет больше, дальше я вам попытаюсь более конкретно объяснить. Но для начала вот вам надо примерно иметь представление о том, что это просто динамическое связывание происходит и нахождение метода, какой конкретно мы хотим запустить, о том, как мы оверрайдим это и перезапускаем.
Вот. Ну. А на сегодня, я думаю, все. Спасибо за внимание, за терпение. Подписывайтесь, ставьте лайки.